Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем начинать нашу новую рубрику, где будем прятаться различными блоками и находить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Мы проходили карту наподобие вот нашей этой новой рубрики, и она вам на самом деле очень даже понравилась, потому что вы поставили туда очень много лайков. Поэтому, если после просмотра этой серии вам также она очень понравится, поэтому лепите огромный палец вверх, и мы будем с Жендосом продолжать. Да, Жека? Да, вперед, вперед! Короче, мы с Эдисоном построили по три карты друг для друга. Да, и мы вообще не знаем, как они выглядят, и мы будем прятаться на своих же картах по очереди. Да, но, к сожалению, превращаться мы не сможем в блоки, как это было в предыдущей серии, мы будем их просто ставить. Да, Евгений. Так, Эдисон, куда мы первым пойдем? Давай, кто будет прятаться в первую очередь? Давай, можно я буду прятаться? Ну окей, давай ты, хорошо, я хорошо. Я буду прятаться на твоей карте, да? А, на моей карте, да, ты будешь на моей карте прятаться, давай, нажимай. Это, на самом деле, очень страшно, вот, очень страшно, я пошел. Я уже иду. Вперед, подожди, меня засекать, да? Хорошо, я засекаю. 15 секунд, 30 секунд, 30, хорошо, хорошо. 30, да. Это что ты тут такое сделал? В смысле? Подожди, а я не могу к тебе тпхнуться и посмотреть, да, что и как там? Не-не-не, конечно, ты не можешь. Ты что, ты подожди. Ну ты так. Подожди, я должен хотя бы запомнить свою карту, потому что я сам не знаю, как она выглядит. Так, в смысле, а так ты не должен ее запоминать, тебя будет, ну, в смысле, ты сейчас тпшнешься после того, как я выберу. Ага, хорошо, хорошо. Ты меня запутал, я сегодня время не смотрел! Подожди, ты сложно тут сделал, это очень сложно! Ну время вышло на самом деле. Ну все, тогда телепортируйся тоже, я тебя готов убивать. Так, Эдисон, это твоя карта, поэтому давай запоминай, как бы. Моя карта, я запоминаю, подожди, сейчас все будет. Вот это краски, да, это самая сложная карта, которая у меня только есть. Я тебе говорю, я забыл, что я тут прятаться буду. Я думал, что я... Подожди, как все сложно! Ага. Ну все, Эдисон, тебе крышка, я тебе так скажу. А, мне крышка. Да я ничего не заметил, да я ничего не увидел! Так, подожди, теперь я быстренько блок поставлю, хорошо? Я блок поставлю, ты не против? Хорошо, ты не против, и я не против, да. Все, я поставил блок, ты можешь телепортироваться. А я могу телепортироваться, да? Телепортироваться. Да, и мне нужно отгадать, где же я поставил блок. Хорошо. Так, все, я могу... Ой, пардон. Да, ничего, у меня гейммод, не переживай. Так, ну хорошо, а почему-то гейммод должен был... Это как бы не с геймодом. А какая разница? Ну так поэпичнее с геймодом. Ну типа поэпичнее. Ну хорошо, буду без геймода. А ты будешь гореть! Ну вот как раз от хрена, вот то, что я горю, понимаешь? Так, не переживай, все хорошо. Мне нужно... Я изменил один блок, который ты мне дал в сундука. Это сложно! На своей же карте, понимаешь? Я ни хрена не помню. Это очень... Я тебе скажу честно, карта у тебя реально хардовая. Вот прям пипец хардовая. Это хардовая, думаешь? Это очень хардовая. Прям пипец какая хардовая. У меня есть один вариант, но я боюсь ошибиться, Жека. Так, подожди. Давай. Ошибись, ничего страшного. Как бы мы первая серия. Да, мы тут еще... С этим я, пожалуй, с тобой соглашусь. Так, хорошо. Тут у нас было вот так. Тут у нас два блока было. Тут я не помню. Я умираю, Жак, спасите, подождите. Вот тут вроде ничего не изменилось, Жака, правильно? Тут вроде ничего не изменилось. Я верно подметил. Да, в смысле? Это твоя карта, тебе лучше знать. А, то есть мне лучше знать. Ты, конечно, да. Зараза такая, я тебе скажу. Да. Так ничего не поменялось, что-то и смысл, ничего не изменилось. Ну, что поделать? Вот это. Ты прав! Да! Ты как? Я рандомно просто тыкнул, я забыл вообще, что тут было построено, понимаешь? Мой синдром перфекциониста сработал. Почему тут вообще отдельный блок такой стоит, понимаешь? Я такой, ну ёханый бабай, не может быть так. Пошёл ты в жопу, Эдисон! Это реально? Я думал, что ты не отгадаешь, честно, я был уже почти уверен. Так, ну я, короче, готов, ты можешь прятаться на моей карте. Хорошо. То есть я иду туда, ты мне даешь 30 секунд, да, чтобы я придумал, куда спрятаться. Хорошо. Я поехала, хорошо? Давай. На самом деле карты гораздо легче. Гораздо легче, да? Ну, на самом деле. Это мы сейчас посмотрим. Легче она или не легче. Давай. Хорошо. Подожди, Кимми, ага, яга. В принципе, ага, да. Я могу подметить то, что это ага. Но, Жека, в чем проблема, понимаешь? Тут есть одна такая проблема, где, в принципе, ни хрена не могу запомнить, что это такое. Подожди. А если я поставлю вот... Эйсон, у тебя осталось 3 секунды, 2, а я телепортирую. Как и нет! Нет, подожди!
Все, я телепортируюсь, я телепортировался. И сейчас у меня есть 20 секунд, да, чтобы я все посмотрел. Давай. Ты поставил готовься, таймер? Готовься меня убивать. Ну, да, я да, тебе да. скажу, что я хорошо, убить. Хорошо. Да, хорошо. Я сам на самом деле уже не забыл. Вот именно, я об этом же говорю, потому что это сложно. Убивай меня, убивай! Так, все, я должен сейчас поставить один блок, да? Всего лишь один блок. Да, давай, ты прям побыстро это сделай, потому что там давалось очень. Я поставил, поставил. Все хорошо, что-то я ничего не забыл. Да. Так, ну, начнем. Хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, Жека. Жека, ты не молчи, ты меня вгоняешь в депрессуху. Разговаривай со мной, пожалуйста, Жека. Я с тобой разговариваю, я с тобой веду диалог, не переживай, все хорошо, иди все хорошо. Иди со мной диалог, веди. Я отстань от меня! Вот что я хочу сказать. От тебя отстать еще нужно. То есть мне вообще тут сидеть, даже не разговаривать, да? Тут вообще что-то изменилось? Вот именно, я говорю, я понимаешь, что ты эту карту строил, не я, это вообще нереально как-то запомнить. Это жесть какая-то. Ты скажи чё? Мне, тут вообще что-то изменилось? Ну, должно было измениться, как я понимаю, да. Что-то да изменилось у нас тут, Евгений. Я не знаю. Надо было мне запоминать свои карты. Ну, на самом деле, я же не сразу отгадал, я тоже случайно, образом, просто методом тыка. Ты вот просто ты сраный перфекционист, тебе повезло да, просто. Да, вот да. Я смотрю, я тоже перфекционист. Ну, не такой, как да? я, жестокий. Да, понимаешь, и... Вот здесь вот как-то вот странно, но я помню, что я сам такое сделал специально. Я не знаю, если ты перфекционист... Ну, хорошо. Здесь что-то странное было, и сейчас тоже как-то здесь странно, но я не помню, не понимаю точно, где нужно что-то поставить. Короче, ладно, сломаю вот здесь и, допустим, это будет. Nope. Нет? Нет. А так, что, ну-ка иди расскажи. Сюда, иди сюда. Давай. Иди сюда. Вот этого блока не было. Блин! Ну ладно, хорошо. То есть теперь я буду прятаться на своей карте. Получается, да, ты должен прятаться на своей карте. Все, хорошо, да, я изучу. Изучай. Я засекаю 30 секунд, ровно 30 секунд, у тебя пошло. Ну хорошо, я в принципе ее уже изучил. У тебя еще есть 12 секунд, поэтому можешь еще вообще досконально изучить. Да, все, можешь телепортировать. А все, так быстро, хорошо, засекай тогда время. Поехали, давай, 20 секунд. Есть, чтобы... Хорошо. Чтобы все такое намутить. Ага, охренеть, вот ты тут под водой настроил. Да это не важно. Тут можно много всего еще другого, понимаешь? Подожди, тут у нас ага, потом ага. Подожди. Вот тут у нас через один ага, потом у нас... Ох ты ж, ёхты! Пох ты, подожди! Вот тут у нас есть... Ёхты-бараты, да, вот тут вообще на самом деле ужасно. Есть, вот с этой стороны у нас какая-то хрень, тут у нас два блока нету, нужно запомнить. Все, я тебя должен убивать уже. Подожди, вот тут у нас нету, и потом... Ага, да, ага. Собака, зараза-то такая, я ни хрена не запомнил. Я все сделал, ты можешь не запомнить. Вообще ни хрена не запомнил, ничего не запомнил! Телепортируйся! Ты типа должен... Ну ты можешь там по кнопочке тебя... А, ну ладно. А, да мне и так нормально, на самом деле. Давай, Эдисон, тебе всего лишь нужно отгадать... Подожди, я должен посмотреть, какие тут блоки, да, можно ставить. Да, давай. Ага, подожди, ага и ага. Да ты читер! Ты просто читер, Эдисон! Ну тут я запомнил то, что 4 блока было. Тут я точно запомнил. Я хотел вначале реально под водой что-то сделать. Тут... Я понял, что под водой ты что-то там все прочекал. Прочекал. И... Если бы ты под водой поставил, я бы, может, даже ничего и не вспомнил. Ну, у меня не было больше вариантов. Эдисон сегодня реально тащит. Он отыгрывается. Вот это просто, на самом деле, ужасно. Ужасно. Это ужасно. Хорошо. В принципе, Евгений, хорошо. Сейчас я буду прятаться на своей карте, да, получается? Да, прячься, у тебя там 30 секунд. А какую ты выбирал? Ты вот эту, да, выбирал? Ну, первую. Да, хорошо, давай. Засекай. Давай. Готов? Подожди. Да, не готов. Да, ну ладно, все готов. Все, так, подожди. Сложно, мать твою, сложно. Хорошо. Все у нас будет хорошо, как обычно. Подожди. Река, я не знаю, вообще не знаю. Ну, что поделать, если я буду телепортироваться через 9 секунд. Не надо, успокойся! 8, нет, пожалуйста! Не надо! Нет! Да какие? Я телепортируюсь! Ох, не бабай, чё ж ты так? Я не скажу, что она сложная.
Посмотри, да, в сундуке можешь посмотреть, что я там могу сказать. Так, подожди, здесь 3. Ну, я это вот слишком долго, подожди, 3, здесь, ага, вот такая буковка Г. Ты там засекаешь, сколько тебе времени, то я тебя уже убивать сейчас буду. А почему ты не засекаешь? Я как бы, я исследую карту, как я могу засекать? Если ты исследуешь карту, да, карту он исследует. Я первый раз ее вижу в своей жизни, ты понимаешь, как это сложно? Это да. С этим я, пожалуй, соглашусь, да, соглашусь. Еще и стекла, нифига себе, ты тут, ё-моё. Я ничего не запомнил, Эдисон, я ничего не запомнил, вообще ничего не запомнил, всё. Я сам говорил, пофиг. Подожди, 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 подожди. Всё, я пошёл у тебя искать, как бы, да? Всё, я поставил. Хорошо, так, что я могу ставить? О, 4 блока, мы же договорились, что 3 максимум. Ну там такое маленькое. Там, подожди, стекло, что там, снег? Что ещё, и лёд. Ну, земли тут, в принципе. Я тебе дам подсказку, землю можешь выкинуть. Хорошо. Ты подожди, а ты. Я сдаюсь! А ты кирку там взял вообще? У меня такой вопрос. Да, вот. Хорошо. Так. На самом деле. Энники-бенники! Я честно скажу, я тут также все строил по своему принципу перфекциониста, поэтому тут все должно как-то. Оно не выделялось слишком. Или вареники, так сказать. Я не знаю, Эдисон, я помню, что здесь была буковка Г, значит, она тут и осталась. Тут не помню вообще, что тут. Почему тут так как-то. Может быть, вот это? Возможно. Кстати, вот. Или может вообще вот это? А может быть, а вообще любой. Я не знаю, это сложно, это у тебя какие-то сложные карты, я тебе скажу так. Какие сложные? Очень сложные карты. Метод перфекциониста. Перфекциониста очень просто вычислить, понимаешь, очень легко. Я не знаю. Мне кажется, что со стеклом, мне кажется, где-то вот здесь или вот здесь, но я не помню точно где, поэтому я сломаю вот здесь. Не. А где? Вот тут. Да ты псих конченый, это говорит, ну 3 места на карте, где может тут 10 мест, где можно спрятаться. Да какие 10, смотри, окей, тут 1, тут 2, тут вот тут 5 и вот тут 6 и 7. Еще вот тут, ну снег везде можно поставить, ну, и прочее. Это вот типа, если так, то все по феншую, понимаешь, было бы. Жека, у тебя 30 секунд, время уже пошло, время прям уже летит, просто летит, как у тебя время, очень так летит. Очень даже сильно летит, я понимаю. Да, времени очень мало осталось, меньше 15 секунд, Жека. Все, время вышло, я к тебе тпшусь. Хорошо. А я еще ничего не придумал. Ладно, хорошо. Я должен запомнить, где ты будешь. Точнее, что тут у меня не так, да? Подожди, да, хорошо. Меня, ага, потом у меня, ага. Ни хрена непонятно, потом у меня, ага. Ни хрена не понимаю, подожди! За деревом. Угу. Потом у меня. Ты там засекаешь, да, сколько у меня? Да, потом все уже тебя понимаю. За этим и потом минуса собака. Все, я поставил, телепортируйся. А, все, я могу тпшиться, да? Хорошо, я беру кирку. Ну ты сейчас отгадаешь, 100%, я беру кирку и я тпшусь, да? Да, потому что я уверен в этом. Собака, ты такая, вот посмотри. Да, ты не знаешь? Это хорошо. Это, неужели я первый раз нормально спрячусь? Подожди, люки. В чем же разница, да? В чем же разница, я хочу тебя спросить. Вот тут люк закрытый, надо его закрыть. Да, там был люк. Плохой, вообще очень плохой. Что ты отгадал, в принципе, я просто люк открыл. Да? Нет, ты сам его открыл, как бы, ну ладно. Ну ты зараза, конечно. Я ни хрена не помню, честно, вроде вообще ничего не изменилось. Тут так, как было. Тут, да, тут я помню, была дырочка. Одного люка не хватало, вот тут не хватало одного люка. И тут, да, его также нету. За деревом было. Да. Потом, тут я помню, так было. Потом тут 2 блока не было. Да, ну хорошо. Потом, не путай меня, зараза. Потом, да. Чё ты поменял вообще? Вообще, ты посмотрел, что тут можно менять, ну, или ты помнишь, да? Так, ага. Так, кстати, опять 4 блока. Ну давай, я точно тебе скажу, что я не люк. Спасибо. Я не люк. За подсказочку такую. Я твой отец, понимаю. Люк. Ты, конечно, еще тот люк, я тебе так скажу. Подожди, еще раз, пройдемся по всему. Давай. Тут было 3. Тут было 3. Тут я точно помню было. Тут тоже было. Тут я помню, я считал... Плюс 1 от стенки, то есть тут тоже есть дырка. За деревом, да. Я помню, тут сундук, я помню. Тут у меня была 1 дырочка, тут у меня была 1 дырочка, тут у меня 2. Ничего не изменилось. Люк не изменился, наверху не изменилось. Угу. Так,
Ну. Собака ты такая, подожди. Я могу предположить или... Ага. Или... Или, подожди. Да! Я с тобой не играю. Ты чи? Жека, извини, я не хотел, честно. Я... Не обижайся, пожалуйста, я честно не хотел тебя обидеть, а не расстроить. Ну я просто вот так догадался. Пошел ты в сраку. Честно, просто пошел ты в сраку. Не обижайся. Вот на эту? На эту нужно? Да, на эту. Смотри, проблема в том, что я свои карты, как бы, ну, я строил, я их не запоминал. Вот, поэтому я вообще не помню, честно, что у меня там было. Вот, помню, что там мои маяки стояли. Боже, где-то не знаю, что я помню. Маяки какие-то, да. Да, маньяки. Маньяки? Да, маньяки. А, мои маньяки стояли. Это все очень даже хорошо. Чикатило всякие, понимаешь? Я понял, я все понял. Вообще ужасно. У тебя осталось... Нет! Какие 5 секунд? Подожди. Так, 2, 1, я тут. Собака. Ага, так, нужно все запомнить. Зачем тебе запоминать? Это твоя карта. Зачем тебе запоминать что-то, Евгений? Я потому что я не помню, что я тут понастроил. Забудь. И все. Просто забыть. Забей, понимаешь? Забей, так, и все. Так не получится. Нет, я не смогу. Я не смогу запомнить здесь все. Ну ты меня там убивай, если ты хочешь, потому что я время закончу. Хорошо, я тебя валю. Так, я так, тебя Так, все, хорошо, давай. У тебя 5 секунд, чтобы поставить блок, давай. Хорошо. В принципе, всё, я телепортируюсь. Раз, два, три, поехали! Привет. Здравствуйте! Да. Sit down, Евгений. Так, я точно... Давай так, начнём по очереди. Я помню, что здесь не было блока, его здесь нету. Хорошо. Здесь паркур, я помню, что там был, и вот он тут тоже есть. Молодец. А считается за то, что я поменял цвет маяка вот этого? Или нет? То, что типа вот я изменил карту твою. Станет меня. Ты меня путаешь? А, как ты догадался? Подожди. Чего? Понял. Кажется, я понял. Ты понял? Нет. Не понял. Вообще ничего не понял. Подожди, не, или понял. Да ты понял или не понял? Ты мне ответь уже на этот вопрос проклятый. Подожди. Демонский вопрос. Вот просто давай, как он, понял или нет? Вот эти штуки, вот эти... Тут сложно. Я не помню, сколько здесь было блоков. Здесь было один. Жека, я честно говорю, я вообще никак не читаю, потому что ты строил эту карту. Я просто рандомно куда-то поставил блок, и все. Хорошо. Я ничего так не читерил, поэтому... А всё. Ты ничего не убирал, да? То есть я не вообще ничего, нет, ну как бы на видосе все видно, что я делал, поэтому... Хорошо. Ты какой-то читер, я так тебе скажу, потому что я вообще реально не представляю, что тут мог поставить. Чтобы стекло куда-то запихнул, я не знаю. А, подожди, стекло можно? Нет, стекло можно. Нет. В смысле можно? Ну вот он там... Твою мать, я его даже не видел! Оно прозрачное у меня! Я ну хорошо, я честно изначально хотел поставить стекло, но потом посмотрел, тут стекла нету. Хорошо, его ставить не буду. Оно там есть, оказывается. Ах ты, ну, махлюешь. Хорошо. В смысле, хорошо, я там поставил. Невидимое стекло поставил, потом предъявляет, а что, Эдисон, ты ж мог его ставить. Хорошо. Да, блин, подожди, Эдисон, я не могу вспомнить. Да. Да иди ты в сраку! Да пошел ты в сраку! Да. А можно мне просто день включить? День, хорошо, я включу. Вряд ли мне это поможет. Не видишь, да, темно слишком, темно, ничего не видишь. Да. Это все из-за этого, Да, я так и понял. Я не хочу снимать. Не хочу. Нужно к доктору, потому что у меня проблемы. У меня большие проблемы. Это все твой компьютер. Вот сидишь целыми днями за своим компьютером. Вот и плохая память. Да, вообще, мама тебе говорила с бабулькой, плохая память. Вот надо было слушать их, понимаешь? Давай я тут сломаю, и ты скажешь мне, что я прав, хорошо? Хорошо. Договорились, мы там вырежем все. Да, хорошо, без проблем, я это вырежу. Ты потом вставишь, короче, момент, где ты сюда ставишь блок. А, ну хорошо, так уж и быть. Ну ты точно договорились, да? Прям честно. Все, давай, вначале тогда поставь, а я уже потом сломаю. Не, давай ты сначала ломай, а мы потом уже посмотрим. А, то есть давай ломай, значит ты не против того, чтобы я сломал. Я не знаю, может, это многоходовочка. Значит, ты не против, ясно. Многоходовочка, то есть ты... Хорошо, я буду молчать, я вообще ничего не говорю, я вообще... Не мой. Оп.
А что, где? Я бы хотел его сломать! Я хотел! Я ж тебе говорил, ломай его, ломай! Я тебе даже подсказку дал! Я же сказал то, что это многоходовочка, фиг-кипай! Ты совсем охренел, то есть, я стою, думаю, ломать, не ломать, а потом, оказывается, это надо было его ломать. Это обратная, заворотная, поворотная многоходовочка, типа, ломай, да, не я его поставил. Да пошел ты сраку, вот что я тебе хочу сказать. Это, я с ним не играю в эту игру, я не играю, это слишком сложно для меня. Я мастер многоходовочек, понимаешь? Жека, пожалейте меня, пожалуйста. Пожалейте меня. Это мое место, Жека. Жалко Жеку, да? Давай. Прям жалко Жеку. Было жалко Игорю. В этой серии согласен, то, что очень жалко Жеку. Ну, в принципе, дадим Жеке шанс отыграться или не дадим? Мне кажется, нужно дать. Если лайки поставите, то как бы я постараюсь. Я не обещаю, конечно. Что самое главное, ребята, и на мой видос, и, конечно же, на видос Евгения. Набираем 15 тысяч лайков, и мы обещаем то, что мы выпустим следующую серию, если вам, конечно, понравилась вот эта серия. Да, Евгений? Да, мы также, возможно, еще что-нибудь модернизируем в этой рубрике, и будет еще более круто, конечно, если вы лайки поставите. Подписка обязательно. Оба, это да. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.